Моя семерка как появилась. На ее, на спине. Главное, чтобы тепло было, молодец. Человек мерзнет с ног, правильно? Юля, Лера, они в комплекте как МНДМС. Они как МНДМС. Брат, погода ужасная, холодновато. Стоит. Когда не стучало? Трактор. Делаю бункер. Я уже все записался. Мне, короче, на ТО записался. Потом я когда уеду в Москву, там туда-сюда, я записался на этот. Короче, тонировка, химчистка, шумка арок. Все, все, все вот это. И потом на нормальный стейдж записался. Бац. Делаю вас. Делаешь вас? Когда не делали, даже да не сидит. Тебе, братуха, не Аля Монтеро. Бля, Равшан, легенда, у него треки ебучие. Я говорю, что лучше у него треков ни у кого нет. Едем же мы. Направо и направо. Ебать, пацаны, вы впервые видите то, что парень в свои 30 лет выкинул новую М4 на мусорку. Вот мусорка, вот М4. Как и должно быть большое мусорное ведро. Я у него спрашиваю, а ты здесь нашел велик, понял? Он говорит, ты че, блядь, такие велики на мусорке видел? Как будто, ебать, у него Бугатти там, нахуй. Слушай, охуенно, где? А тут скажет, он сидит, нашел на мусорке, блядь. А так он на мусорке копается, блядь. Гогу! Гогони! Гогу! Марги, да чем лес? Не хочешь, не хочешь. Золотую землю, жизнь потеряла. Сейчас бы ездила бы с нами. Ассаламу алейкум. Можем, брат? Брат, у нас она где-то сейчас, чтобы не соврать, 180 сил. Да, не надо, брат, сейчас. На камеру еще сейчас нас оторвешь, оно нам надо. Ну, брат, от души хороших клиентов, удачного дня вам. Звук хороший. Какую песню тебе спеть? Бля, мне реально, я без хуйни говорю, кто, вот начало этого трека ебать их нравится. Сейчас смотри, вот эти пацаны нас настигнут, смотри. А, что это слышал? Ты слышал? Тимперин, вам слышно было это в чате? Хорошо, тебя депортируют. Схуяли. Не знаю. Ебать вайб, даже шма. Бля, турсик побахать, знаете, от нее. Этот скуп еще живой пишет. Радово. Чтоб ты понимал бы, здесь главное управление Центрального банка РФ. Да, я когда-то увидел. Но оно, наверное, не работает уже, блядь. Оно работает, никто не знает. Брат, смотри, у нас хиппи в Москве, едешь с нами? Хиппи в Москве? Да, ехали. Ехала, все. Уалейкусалам. Ты в стриме, да? Да, брат. Четко. Все четко, вот, Слав, едем в состав. Вах, блядь, этот что делает? А ну да. Моя семерка как появилась. Сурбек как появился, по-братски? Как братишка. Какую песню тебе спеть? Чисто вывезли, братишка. Только а, так. Уалейкусалам. Че, как вы, брат? Нормально, брат, спасибо. Прямой эфир? Да, брат. Кривой жест. Не, вот эту хуйню подними. А, не, с ключа надо. Ключа, вац. Хуйра. Шма, как тебе семерка? Брат, хорошая машина. Здорово, пацан. Здорово. Брат, я ее маму ебал. Почему? Как? Не работает это? Да, значит этот. А, значит это, за батарейка села, брат. Или что-то батарейка садится часто. Да, брат. А, я знаю, она, блядь. Задние двери тоже не открываются. А задние не открывались. Мы сегодня хотели, короче, втроем, понял, сесть. Я, Марат и Антика. Ну, это, Тамара, ну. Да. И, ты понимал, мы еле поместились. Ну да. Бля, ебать, номера виднеются, брат. Подошли, пиздец. Оу, ебать, Емка в городе, слышь твоя. А, ты чего, спалил? Да, и Сурика тоже все показал, я блядь. Я специально, брат, этот. Не приехал, чтобы не палено было. Короче, понятно. Просто берешь, я а? Хотел, ну ты хочешь в тюрьме сделать? Да, поэтому не стал смотреть, да ты черт жесть. Какой тюрьме? А, Серега,
Тамара тоже в городе. Блядь, надо еще Акяшку позвать, всех, понял? Пойдем балаган там устроим, позовем их кого-то. О, сейчас Акяшку соберу. Здесь народу нахуя будет вес. С кем ты здороваешься? Оооо! Лерон Барон! Че, как вы? Здравствуйте. Приятно вообще-то. А вы живые? Как дела? Ты что, офигел? А? Че делаете? Ничего. Как к Бустеру относишься? К Славе. Я его даже не знаю, честно, к нему никак нет. Я тебе написал в инстаграме, ответил? Почему нет? Что пьешь? Это то, что ты любишь, матча. А-а-а. Я знаю. Лерон Барон, как ты? Лерон Барон. А что, вы слышишь? После на похмелье? Нет. Что это у вас? У меня была сразу. Почему? Это из-за возраста. Ладно, хуёво. Ты меня на стриме можешь подъёбывать? А? Я вот тебя когда на стриме подъёбывал, чувак? На стриме никогда, а так всегда. Да. Кто? На ее наспи. Главное, чтобы тепло было, молодец. Человек мерзнет с ног, правильно? Да. А ты что? О, мерцов, мерцов. А? Сосало пишут? Нет, пишут. А вы давно здесь? Нет, только пришли. Только пришли? Минут 20. Ты в тапочках ходишь по улице? Это Уги. Это Уги, дебил. Даже он знает. В смысле даже он? Так сколько у тебя тупая дура какая-то. Ты что ты вроде умеешь? Ооо, Апшеронск. Это Уки, это Уки. Какую песню тебе спеть? No Rango. Как тебе номера, брат? Да, брат. Я к Рошан номерам тоже хуево относился. Надо на машине смотреть. Я брат 017. О, ну что, очень сильно семерки подошли. Брат, вот почему тебе 017 нравится, а 010 нет? Брат, и этот, а 103 сколько делаешь сейчас? Пичо. Курс сколько сейчас? 103, это... Рафаэл. Мы с тобой интервью вместе вели жесть. А где они? Тебе дай эту сколку? Я страшная, когда вблизи. Это очень красиво. Ты меня брат. Поджечь хочешь? Да. Ведьму. Что ты тебе сделала плохого? Вот видишь, он всегда так. Почему ты со мной он даже он как богомол. Здорово, зашел, ты поздоровался. Просто возьми вот. Нет, неожиданно возьми просто прям в десну за сосед, пока никто не видит. Как я должен вот так нормально поздороваться? Да, это по нашему компоненту. Вот. Клере ты подошел и обнял ее. Нихуя. Клере? Клере мой брат, знаете. Охуеть, Рафсан. Я просто в шоке. Я хочу выйти подышать воздухом, блядь, потому что ситуация вышла из-под плана жесть. Шачек! Ку. Здорово, пацаны. Салам! Салам! Иу! Одну лезгинку дай даваться. Вот, вот, вот. Нормально? Четко. Давай. Давай, бро. Он как лезгинку исполнил просто. Как это назывался? Да. А ЖК сезонный? Да, нет. А, четыре континента? Нет. Все сезонка, Воробьевы горы. Нет. Дин де хэбби. Четыре сезона. Воробьевы сезоны, нет. Это хороший ЖК, очень хороший. Но... Да, это очень хороший ЖК. Нет, нет. Времена года три. Нет, не там, брат. Знаешь где? Около... Это... На Петра Мельникова. Где вот этот, Золотая Бухара, ресторан. И направо. В хорошем районе. Брат, вообще все по-разному сказали, брат. Нет, нет, это там, Рошан, брат. Рошан, наверное, знает где. Где покажи. Метро? Где метро? Ань, скинь мне это видео. Я типа, ну... А, ипотеку будешь делать? С собой наличку у тебя? Ипотека? Да, она вышла дороже, вот, чем я рассчитывала, поэтому вот, смотри. Ипотека. Нихуя себе. Обожаю. Вот заходишь здесь топ-зик, вот здесь такой, смотри. Видно же? Нормально, я так смотрю. Вот все, все, не бойся. Вот такой топ-зик, раз здесь. О, хороший, брат. Ну, ремонт, видишь, очень это новый. Чистовая, да, да, да. Я не чистовая, брат, я прям капитальный. Так, дальше. Давай, ну. А ты там какать будешь? Просто интересно. Попробую даже в этот кролик как не хочется. Вот, здесь вот это большая, вот это огромный зал. Это не 40 квадратов, брат. Брат, это вот здесь отличается очень много метров. Здесь тебе объясню, вот здесь метров 6-7 есть нахуй. Это кухня, совмещенная с этим, как его зовут? Зал. Но она огромная, да. Огромная, понял. Это что-то евро-двушка, да? Не, смотри, сейчас, видишь, я такой хат еще ни разу в жизни не видел. Вот эта стена какая-то, поликарбонат, мрамор, как называется. Так, вот. Это гардероб. Да. На входе есть гардероб. Вообще, вам интересно? Да, интересно очень. Дальше. Это Краснодар. И вот это еще одна комната такая. А, ну это спальня. Смотри, и брат, огромная смотри, лоджия. Смотри. Да, это спальня. Так это где-то квадратов 60-70, блядь. Не, я тоже так думал, но по паспорту вообще 35. Смотри, здесь какой кабинет. Огромный. А, нихуя себе. Я сам. Ну, здесь в смысле, ну вот.
Стримерская нахуй. Реально стримерская прям. Ну, если... Давайте напополам возьмем на четырех. А нахуй тебе хата? Чё-то хотим дать промеж сисек Лере. Промеж сисек Владимир пишет. Промеж сисек Владимир пишет. Пишет темненькая ЧСВ. О, в черном именно такая злая поправляет мне. Очень недовольна, знаешь? Она очень злой тридевятки, ты знаешь? У меня есть психолог, подруга Рузана. Я сама психолог. Реально? Да. Реально? Можешь помочь мне? Вам ничего. Сколько сеанс стоит? О. Помалеку. Вот он, вот он, вот он. Ты на мотоцикле, Ват? Нет. Как вы, сестренки? Как ты, брат? Я нормально. Этот, я знаю, что твой машину видел, развернулся, поехал. А, блядь. Капот целый остался у тебя? Не, ничего машина? Там не осталось. Здесь ничего не осталось, брат. Бля. Вообще ничего. Только этот остался, катализатор нужен? Сколько он стоит? За 110. Китайский нашел. Не ставь. Не, не ставь, да. Оригинальный ставь. Будет что-нибудь? Не, брат, спасибо, вот мы ждем. Как вы? Где ваши великие? Да, холодно еще. Я каталась. А вы на чем? На М4, а не, брат. Не знаю. Вы их не знаете? Нет. Она знает? Нет. Мура пишет. Или наоборот, я не помню. Юля, Лера здесь. Они в комплекте, как МНДНС. Они как МНДНС здесь. Чего у тебя М4 когда выходит? А, вот диски как на Ешку сели, знаешь. Диски хорошие. Вернуть, я сейчас захотел, да? Освежается машина сильно. Да, свежо стало. Я вот у тебя видел. Я сегодня у тебя твой ролик сегодня выполнил в инстаграме, где этот, она горит, и ты там пишешь, на комментарии вышел твой, это не Тамаева. Да, Гаси там, все пишут, ты думаешь, что комментарий Тамаева. Вот я смотрел, капот целый еще пригляделся, посмотрел, и думаю, все, у него, наверное, он этот, целый будет, и написать хотел тебе, и не написал. В тебя как въебались, объясни мне. Вчера? Да, в Ешку. Ты, брат, в натуре... В натуре, брат, у тебя какая-то торсованная тема. А здесь что? Стрим дай да Ватс. Да, я в этом. На, Гир. Да, ты на чем будешь насадить? Я не смогу, я в Москву на съемке. Хорошая сестренка, знаешь. Брат, я на нее серьезно смотрю, не смотри. Развернулся. Блин, копли, слушай, копли, где? А, Юля, ты очень злая. Я не знаю, из бля. Скирный. Из Я не знаю, из бля. О! Другой звук напал. Ты кого-то в баню проехал, знаешь? Ты на чем, брат? Мотоцикл как? Бомбу. Бля. Смотрю на его мотоцикл, бля, фиолетовый цвет, пиздец. Смотри, цвет какой. Нет, брат, там не прям. О, вот эту строчку фиолетовую тебе надо дать, знаешь? Где? На, короче, мотоцикл фиолетовый, знаешь, какой цвет подобрал? F90 цвет есть на солнце. О, хорошая, бля. Строчку дать есть.